Всем привет-привет, ребятки! Всем доброе утречко, с вами Флешка, и это Женские игры. Всем на дно! Кому морского дьявола? Ну, я, конечно, на морского дьявола не тяну, но... Вот то, что там под океаном, ты трезвый или не пьяный, не видно все равно. Вот это очень весомый аргумент для того, чтобы вернуться в Сабнафтику. Там ж не видно ничего. Кстати, а у нас будет возможность что-то увеселительное создавать? Я думаю, что на рыбке можно что-то сделать. Или на каких-то водорослях. Кто знаком? Морская ведьма. А звучит-то? Кому мяско морского дьявола? Будем искать здесь морских дьяволов и, собственно, ну вы поняли, что мы с ними будем делать. И верну Сабнавтике звук. Не то. Как вам песенка? И мне, кстати, вот из таких на морскую тематику, вот это «Эй, моряк, ты слишком долго плавал» очень нравится. Очень. Я могу ее очень часто напевать. А какую мы... А, ты будешь нашим королем. Оставайся, мальчик, с нами будешь нашим королем. Тоже хорошая на морскую тематику, но вот эта «Эй, моряк», она прям с самого детства прям в душеньку запала. Кто-то писал, что нельзя будет запускать ракету в конце игры на старых сейвах, но это не точно. Можно, Куплинов запускал. Куплинов это такой... Хотела сказать в очках. Как же умиляет флешка в очках. А еще я могу так. Я по-разному могу. Поехали. Играть. Ну, это наш сейф. Да, это он. Ну, я поняла, о ком вы. И вы поняли, что я поняла, о ком вы. Буль-буль, флешечка. Буль-буль всем пришедшим. Привет, Салахадин. Продолжим. Я не помню, о чем мы остановились. Мы с вами строили домик, да? Нам надо что-то посканировать. Я видела на стриме у Рамона, что он как угорел и сканировал все подряд. Я почему-то больше строительства, а он вот, ну, больше этих чертежей набрать, чтобы было всего. А я как-то по чуть-чуть. По чуть-чуть. А, я еще хотела солнечные панели сделать. Мы с вами сделали маленький коридорчик. Как показала практика у тигры, потом этот коридорчик нельзя присоединить к другим строениям, пока там есть шкафчики. По зрению, Фаунус. Первое изменение, которое ты можешь заметить, когда наводишься... Что увеличивается? Какая иконка увеличится? Где? Так, это изготовитель, нет. Возьмем аптечку, чтобы была. Посмотрим, что у нас в инвентаре. А, инвентарь у нас на тап, хорошо. У нас немного всего в инвентаре. Понятно. Знаете, что нам надо сделать, раз такое дело? Нам надо озадачиться вопросом еды. Тут у меня ничего особенного и нет. Это что? Ремонтный инструмент. Это строитель, это сканер. Хорошо. Нам нужна еда и вода. Пошли. Займемся этим вопросом. Салахадин, да, слышала, ребята уже обсуждали эту тему. Я после Ведьмака пытаюсь здесь на шифте ускоряться. Иди сюда, вкусная рыбка. У меня там ловец есть. А где мой ловец? А где мы с вами ловца ставили? Мне казалось, что где-то здесь. Нет? Там база. Где мой ловец? Надо было на него маркер поставить. Да? Мне казалось, что где-то недалеко от базы был ловец. Вот это гравий, что-то... Вот.
Вот гравий что-то там. Так. Вот сталкера зарубить до смерти, это как расплюнуть. А рыбку руками поймать, это не про меня. Даже привязанная рыбка шустрее, чем я. Есть. Кря-кря-кря. Буль-буль-буль. Так, хотелось бы еще одного этого пузыря, или как его поймать, чтобы водички сделать. И тогда мы с вами сможем продолжить заниматься нашей базой. Это титан. Ну, давайте возьмем металлолом. А здесь что у нас происходит? Что ты такое? Ты что-то страшное. О, там великий и могучий пуп-пуп плавает. Так, кислород у нас заканчивается. Мне реально надо еще одного пузыря, потому что у меня вода на исходе, а у меня только один он. И вместо того, чтобы искать пузыря, я сейчас буду всякой фигней заниматься. Ты не то ловишь. Ну, пошли приготовим эту рыбку. Она немножечко воды нам восстановит. И из того пузыря, который у нас есть, мы сделаем одну бутылочку и попьем. Привет, Crazy Sam. В воде, например, когда отплывешь, наведи на иконку капсулы. Хорошо. Флажка хотеть пить? Да. Не умудриться отобрать у ловца еду, честное слово, Настя. Привет. Вот это у меня капец как. Соль плюс образец коралловой трубы, две бутылки воды. Молодец, что вы знаете рецепты, но где мне взять соль? А музычки не будет? Нет, музычки не будет, потому что я, в принципе, чисто в теории планирую это потом еще на ютубчик. Поэтому никакой музычки, ребятки. Так, я хочу кушать. Давайте сразу из пузыря сделаем воду, потому что я могу его нечаянно зажарить. И потом буду очень-очень сокрушаться по этому поводу. Пескуна сейчас приготовим. А можно кушать больше, чем тебе хочется? Потому что, в принципе, свежая рыбка, она еще и воду восстанавливает немножко. Ну, давайте попробуем. Вот, свежая рыбка немножечко воды восстанавливает. Я могу съесть больше, чем мне надо? В принципе, могу, но она не сильно восстанавливает. Ну, давайте попьем. Как мало восстанавливает воды. Ребят, нам срочно надо это. Ты прекрати, я ж на эскейп хочу выйти. А если два ловца рядом поставить, и что мне это даст? Мне нужны вот эти красавчики. Вы меня поняли, да? А я их как-то особо и не вижу. А может такое быть, что их меньше теперь? Как думаете? Вот этих пуканов больше стало. Это я придираюсь. Не стало их больше. Просто флешка передирается. Привет, 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 привет. Есть. Еще хочу. Есть. Еще хочу. Я не там ловца поставила, вот так скажу. Я поставила ловца не там. Соль должна быть рядом с водорослями. Расцветет, посмотрим. Но мне надо сейчас уже. Я до водорослей так далеко не дотяну. Зачем я его собираю, я не знаю. С едой у меня все ок. Вот он. Вот.
Еще один. Отлично. Да, наводимся, и приближается иконка немножко. Ой, как темно! А чё ж так темно-то? Нет, ну я понимаю, чё темно. Плыть в темноту — это не самая умная моя мысль. Но, блин, очень хочется пить. И сделать хоть какой-то запас, чтобы потом, знаете, не рыскать за этой штукой часто. Так, капсула, капсула, капсула. Капсула. Поплыли к капсуле. Вода, еда. Есть. Знаете, не болит. Я ожидала, что действительно, вот как меня предупреждали, что будут головные боли. Но, как я уже говорила, до очков я сильно перенапрягала глаза, и у меня реально были очень сильные головные боли. Поэтому сейчас, наверное, глаза такие: какие боли? Какое привыкание? Спасибо, что ты наконец-то это сделал. И все. Вот. Сейчас мы сделаем воды. И пойдем действительно к водорослям. Там посканируем что-нибудь. Смотрите, я прям психанула по поводу воды. Мне нравится. Еще есть. И еще. Все, это уже все. И плюс одну еду приготовим. Пускай лежит. Хотя она портится со временем. Так, здесь воды оставим, да? Сколько там влезет? И, наверное, я это просто выпью. Да нет, одну возьму с собой. Переделаю осколки, вот эти обломки, в титан, чтобы он столько места не занимал. Радиосигнал приняла? Нет. Сейчас сопьется флешка. Точно, водой. Вот сейчас бы водой спиться. Так. Титан отложить. Не воду отложить, а титан отложить. Огнетушитель. Это здесь? We're plugging some holes in our emergency sea glide, so if we're late for the rendezvous, don't panic. Also, don't go home without us. Seriously. Three out. Signal location uploaded. Капсула 3 — это... А, местоположение загружено в КПК? Это чертежи, это голосовой журнал, база данных, геологических... А где это теперь искать? Вот здесь, наверное, управление сигналами. Вот, сигнал капсулы, да? А мы туда можем сплавать, да? О, фараон. Пошли. Так, и где этот сигнал? Вот там вот. 400 метров. Но я, в принципе, могу туда доплыть. Или ночью не стоит. Желательно сплавать. Ну, у меня есть сканер. Самосканирование зачем? Ну, давайте самосканирнемся. В норме. Отлично. Спасибо. Спасибо, что вы твердили, что я в норме. Интересно, если вот так сверху плыву, меня за жопу кто-то может укусить? Может. Точно может. И не может, а даже укусит. А когда рассвет? Вот это меня пугает. Такое впечатление, что она уже падает сюда, эта планета. Рассвет. Ребята, мы еще никогда с вами не встречали рассвет. Милота-то какая. Настя, сталкеры на этом районе обо мне уже знают? Мне кажется, что они больше ко мне не полезут.
Они что, дурные, что ли? Они же знают, что с неуравновешенной женщиной связываться не надо. Это соль? Ага. Хорошо. Плюс еще надо будет найти вот те коралловые трубы, о которых вы говорили. Я не сильно поняла, каких вы. Так, всплыть. Вот там сталкер плавает. Подышать и идти на сигнал. Капсуль. Мы нашли сканер... Сканер, что я говорю? Ящик с данными. Я нашла компас. Оставленный КПК. Хорошо. Все, я больше здесь ничего отсканировать не могу. О, здесь соли много. Давайте немножко соберем. Нет, яйцо существа я пока что брать не буду. Мне их некуда складывать. И негде выращивать. Мы прям на дне, на дне. Ух ты, что-то новенькое. Иди сюда, иди сюда. Иди сюда, ты на бабочку похожа. Мне кажется, мне пора всплывать. Нет еще? 41 метр. Глубоко. А что здесь так темно, кстати? Вроде бы день, а так темно. И вот на стриме у тигра я тоже подсмотрела, что вот такие странные тучи, это типа суша. Мне кажется, что... Я даже не знаю, на какой первее надо плыть. Затмение, думаете? О, точно. Точно. Солнце проходило за этим большим гигантом. Это такая мило, флажка бабочек ловит, точно. Так, что я нашла? Это голосовые сообщения, хорошо. Мы нашли бортовой журнал капсулы 3. You really think it'll carry two of us? Your regular sea glide tows a mass of 80 kilograms at over 30 kilometers an hour. The power cell rigged to this one should double that. Понятно. А он точно вывезет нас двоих? Хорошо, обычный глайдер тянет массу 80 кг со скоростью выше 30 км в час. Энергоячейка, прикрученная к этому, должна выдать вдвое больше. Ты думаешь, тут есть что-то еще быстрее? Наверняка. И это если предположить, что он не перегрузится, пройдя 3 метра от спасательной капсулы. Ты не волнуешься на этот счет? Я вижу инженерную проблему. Если я перестану видеть повсюду расчеты, я приду в ужас. Понятно, они хотели на одном этом глайдере вылететь вдвоем. Левиафаны. Рифоспин, этот, которого мы встречали. Сталкер, которого задубасили. Гигантские коралловые трубы тоже находили. Противорадиационный костюм скрафтила. Комната сканирования. Все понятно. И это мы тоже прочитали. Почему ты не перестаешь светиться? Ну, я же читала это. Слушала, точнее. И я теперь могу сделать какую-то летательную штучку. У меня есть комп... Я могу компас сделать. Компас мне нужен, правда? Я думаю, что нужен. И ребризер мне нужен, чтобы мы дольше дышали. А еще... А еще, еще, еще
Морской глайдер. Я все перенесла из своей базы. А, я на своей базе хотела скрафтить вот эту штучку для строения. Точно. Давайте мы с вами вот эту штуку для сбора всяческих предметов поставим на базе, чтобы уже не бегать туда-сюда, потому что ресурсы-то все-таки на базе. И было бы хорошо маяк сделать и поставить на базе, чтобы я ее тоже видела как капсулу. Далеко. Вроде бы выглядит близко, но далеко. Что это было? Как эта туша это сделала? Рядом с шлюпкой коралловые трубы. Их собирать ножом. Такие красненькие или коричневые? Потому что там есть красненькие, мы красненькие уже собирали. А есть коричневые. Я вроде бы их не пробовала еще собирать. Самая большая проблема в том, что я резать пытаюсь вроде бы левой кнопкой или правой кнопкой. Я не помню. Я, короче, не той кнопкой пытаюсь постоянно резать эту штуку. Ну, труба, да. Летающие коровы. Это была настоящая бабочка, точно. Ну, в душе он точно бабочка. Вот, у меня есть строитель. Почему ты не выбираешься? Три. Вот, и мне нужно построить вот такую штучку. Вот, изготовитель. Мне надо золото, образец пластинчатого коралла. Вот, образец пластинчатого коралла у меня есть. А, и золото у меня есть. Давайте мы здесь по максимуму отсюда заберем. Такие. Воду тоже. И ремонтный инструмент. Опять-таки воду. И медь. И пошли на базу. И пошли на базу, это уже практически все будет. А строитель заряжаемый? Я думаю, что да. Даже толстый хочет в балет. Ну вот, когда выпрыгивает так красивенько маленькие рыбки, это... Нет, не в том суть, что он выпрыгнул. Киты же тоже выпрыгивают. Но он как-то это, вот эти все в воздухе делал. Это было странно. Это было очень странно. Вот моя труба. Где-то тут у меня вход. Я, правда, не знаю, как я туда забираюсь. А, выработка кислорода отключена. Еще нам надо было сделать это. Солнечную панельку. Так, давайте поставим изготовитель где-то здесь. Теперь я понимаю, почему оно у меня не захочет ни к чему присоединяться, потому что на стенках будут всяческие ненужности. А, держать надо. Странный пируэт от коровы на стриме у флешки. Звучит как-то странно, да. А, и солнечные панели. Вот, мне надо было 2 кварца. Соль. Вот. 2 кварца. И вопрос, где мне надо ставить эти солнечные панели? Вот кто-то мне может сказать, где их надо ставить? Вот, я хочу поставить солнечную панель. Я могу просто ее вот так вот на пол поставить? Ну, блин, это ж как-то странно. Мне надо сделать... Знаете, что мне надо сделать? Мне надо сделать все-таки вот это основание. Фундамент. А, надо 2 свинца на крышу. А как я туда залезу на крышу? Я хотела 2 свинца сделать фундамент. Или сначала поставим так, а потом разберем. Давайте поставим так. У нас что, беспроводная связь? Или что? Power restored. All primary systems online. Welcome aboard, Captain.
Да нет у меня свинца, чтобы поставить комнату на фундамент, понимаете? Был бы свинец, было бы проще. Знаете, я бы хотела как-то в одном ящике хранить металлы, а в другом не металлы. Логично же, правда? А что еще сюда положим? Так. И нам надо сбегать за свинцом. Или притащить еще остальные вещи из... из базы. О, уже портится. Так, водички попью. Две оставлю. И мы с вами пойдем поищем свинец. Поищем свинец, чтобы поставить нашу базу на платформу. А тогда займемся вот этим летающим. А, я маяк еще хотела. Блин, сколько всего я хочу. Я хочу маяк. А как делается маяк? Маяк, это кажется, в электронике. Или в... Вот, радиомаяк. Одна медная руда, один титан. Это у нас есть. Не в этом, в этом. Одна медная, один титан. Приучиться на тап это все делать было бы просто восхитительно. И поставим где-то здесь, рядышком маяк, и назовем это, база. Четыре. Вылезай. Ну, я поняла. Ну, как бы под водой мы все, по сути, летаем. Все. И что? Ага. А, ну поняла, хорошо. Поехали. Чтобы найти свинец, нам нужна пещера. Опасная, страшная пещера. А вот это нельзя? О, можно. Ну, чуть-чуть. Чуть-чуть можно. Иди сюда. Иди сюда. Иди сюда. Да иди ты сюда. Я не той мышкой пыталась. Ну вы поняли. Так, тигра меня учили. Да, тигра меня хорошо учили. А теперь пошли искать пещер. Бабах! Молодец. Серы мне больше не надо. Яйца тоже мне не нужны. Мне нужны такие маленькие круглые шарики. Это медь. Как вы это называли? Вы это называли песчаник. Опасненько. Черт побери. У меня воздух заканчивается. Да я могу тебя убить? Нет, ты меня можешь убить. Нет? Не убил. Блин. Да. Опасная пещерка оказалась. А где можно как-то побезопаснее песчаника насобирать вот этого? Наверное, где-то подальше, да? Вот это здесь они взрывались. А здесь меня уже покоцали, да?
Да как вы достали-то как меня? А с ними вообще хоть как-то бороться можно? Ребята. Вот как вы вот от этих камикадзе спасаетесь? Ну, потому что это вообще не прикольно. Это, наверное, было серебро. Так, мне нужен какой-то поспокойнее источник песчаника. Вот реально. Переименовать, кажется, можно через сигнал в капках. Хорошо. Чтобы найти свинец, надо думать как свинец. Хрю? Я не знаю, как думать как свинец. Он тяжелый. Думать как тяжело. Когда я играла, я находила свинец с серебро у красной травы, где-то ближе к Авроре. Попробую поискать там. Серый я уже насобирала. Свинец был? Ну, все равно мне надо их два. Буль-буль, Феня. Нужно плыть им навстречу, камикадзе неловкие. То есть не убегать от них, а плыть навстречу. Давайте забежим на базу, скинем все, что я нашла. Не та сторона. Еще бы вот сейчас запомнить, с какой стороны у меня вход. Так, сюда. Спора кислотного гриба. Откуда у меня спора кислотного гриба? Ну и все. Я забила один ящик, я забила второй ящик. Замечательно. Давайте построим еще один ящик. На стены шкаф, два титана. Да, два шкафчика сейчас сделаем, все. Титан. Кстати, что здесь титан делает? Что здесь стекло делает? Здесь должны быть рыбки и водоросли. А, споры нужны для аквариума. То есть сейчас мне, по сути, они не особо-то и нужны. Так, вот на два ящика. Вот свинец, да, и одна медная руда. Хорошо. Ящик. Нет, тут у меня будет крафтовый уголок. Мы там еще что-то присобачим. А здесь будет еще два ящика. Не. Там еще большой шкаф есть стоячий, но его, скорее всего, надо ставить в комнате. Вот. А у нас как бы только коридор. Буду скидать сюда все лишнее. Воду оставлю. Спору оставлю здесь. В принципе, могу сделать еще воды. И знаете, что нам надо сделать? Нам надо сделать вот эту штучку для аптеки. Кошмар, ящик. По объему меньше карманов. Это да. Внезапная тентакля. Кто бы это мог быть? Кто бы это мог быть? Кто у нас такой склизкий и внезапный? Но вы знаете, что я сейчас пойду делать. Я никогда не запускаю Streamlabs 100 стрима, потому что я же ж продвинутый стример. Зачем запускать все нужные страницы перед стримом? Зачем, если это можно сделать во время стрима? Сейчас мы почитаем, что Феня мне написала. Потому что это однозначно Феня. Внезапная тентакля опутала твои ноги и тянет на дно. Удовольствие. Но тут сомнений просто быть не может. Внезапная тентакля, спасибо большое. Я бы утонула разочек. Мне нужна аптечка. Да мне проще в капсулу сплавать. У меня нету серебряной, кстати, руды больше. Да, у меня нету больше серебряной руды. А аптечка нужна. А здесь здоровье просто так не восстанавливается, да? Пошли в капсулу сплаваем. Учи неудовольствие. Да-да, да-да.
Как-то так, как-то так. Говорите, красный биом. Да не хочется как-то туда. Там эти песчаные акулы, они кусь-кусь, они такие у-у-у, внезапно там выплывают, пугают меня. Вообще. Вообще невоспитанные. Я к ним в гости, а они кусь-кусь. Так. Нырь. Где моя аптечка? Спасибо. И пошло восстановление. Скушать сейчас ее или нет? Она полностью восстанавливает? Полностью. Так, вода у меня есть. Ой, мне бы поесть. Начинается. Начинается. Какой день? Гости приходили? Какие гости? Ой, а что у меня здесь валяется? Грибы. Ух ты. Ух ты. А как это у меня так получилось? Яйца не будем забирать. По-моему, аптечки делаются из водорослей. А, точно, их еще можно сделать. Да-да-да. Но как бы вот эту, которая на халяву это генерирует, тоже хотелось бы иметь. Давайте поймаем парочку рыбок. Поедим, как человеки белые. Поедим, ага, сейчас поест она. Поймай сначала, что поесть. А потом ешь. И ни одного не поймала. Вот две рыбы мне плыли прямо в глаза. И я ни одну не поймала. А это разве не красная трава? Так, ребята, это красная трава? А это песчаная акула. Что здесь происходит? Соль. Кислорода на 30 секунд. Да уже всплываю. Так, мне сюда и надо было. Мне кажется, надо здесь все посканировать. Как я удачно На столбах ищи руды. Хорошо, сейчас. Всплывать. Есть. Руды это надо. Это надо. Сейчас будем искать. Сейчас отдышусь. Ну и надо здесь посканировать все. Здесь так удобненько вот эти столбы. Много их так. Главное, чтобы никто не приплыл. А что я отсканировала? Вот хороший вопрос. А здесь что? Здесь ничего. А ты что? Фрагмент биореактора. Слышали, слышали. Еще фрагмент биореактора. Говорите, руды на столбах? О, точно. Свинец. Ну, раз мы уже здесь, мы давайте пособираем немножко, да? Это не то, что надо было. Но все же. Пока на нас никто не нападает. Утилизатор ядерных отходов. Это вообще из какой оперы? А это что? Это металлолом. Его взять можно было. Но я не буду брать металлолом, потому что он очень много места. Значит, руды на столбах вот здесь снизу. Хорошо. Зачем я собираю титан, если его у меня много? Я не знаю. Какие шарики симпатичные. О, еще есть. Не только снизу. Это, видимо, свинец. Подышать. И еще раз спуститься. Какие читы, Феня? Какие читы? Меня здесь кусают все, кому не лень.
О, я помню, как я в прошлый раз вот этой фиговиной испугалась. А потом в меня кустик кусал. И на самой крыше тоже искать. Хорошо, сейчас. Будем. Меня просто эти осколки очень заинтересовали. Очень. На самой крыше не видеть. Чуть-чуть ниже крыши. Тоже не видеть. Мне кажется, что с этого столба я уже все собрала. Это я отсканировал. Вот это большой прям кусок. Это акула. Это была песчаная акула. Я пугаться как этот. Мне еще серебро надо. А что с песчаной акулой делать? Ее можно зарезать? Как думаете? Не, ну я думаю, что у меня может получиться, даже если нельзя. Я же этот известный киллер семи морей. Вот снизу есть. Здесь очень стрёмненько. Вот чтоб не сказать по-другому. О, а это что? Это, видимо, надо отсканировать. Фрагмент мотылька! Флешка ходила по воде? Да, знаю, знаю. 30 секунд. Что-то глубоко так? Это поплавки, ими можно издеваться над спинорифами, если прикрепить на хвост. Зачем? Они такие милые, капец. Да, выглядит, как будто я по воде хожу. Так, давайте еще. До свинца всего один. Все остальное золото, серебро. Но зато мы знаем, где. Убери. Размытие в настройках графика. Выключить. А что-то изменилось? Кругляшей мне подавайте. Медь это, конечно, хорошо, но кругляши как бы. О, это был свинец. Это точно был свинец. Так, в эту сторону я вроде бы не плавала еще. Ну, размытие при движении. Я выключила, нет? Металлолом брать не буду. Сейчас я всплыву и посмотрю. Так, я здесь рыскала. Давайте еще вот этот столбец посмотрим. О, прям на скале. Не могу остановиться, когда вижу ресурсы. Вот от слова совсем. Песчаник. Свинец. Серебро, походу. Всплывать. Совсем недалеко от дома. А теперь тебя в тему дразнить можно. У кого четыре глаза, тут похож на водолаза. Учитывая то, что я играю в Сабнафтику, где я действительно в скафандре, у меня что, шесть?
Или сколько? Да я паук! Ваня! Ты понимаешь? Ты понимаешь, что происходит? Сейчас скажешь, какие настройки? Ну давай, говори, какие настройки. А мы с вами сейчас забабахаем платформу. Феня. Ну, линки надо кидать в приватное сообщение. Глубина резкости отключи. Так. И что поменялось? Не знаю. Я не замечаю, что поменялось. Я только потеряла свой дом. Дом, где ты? Ты чётче видишь вдалеке. Окей. Да, вот то, что там вдали. Хорошо. Спасибо. А то я начинаю вблизи присматриваться, думаю, ну что, что же изменилось в общей картине? Не могла понять, что. Так, берем строитель. Так, и пробуем построить платформу. Я смогу построить под домом платформу? Нет? Это под домом? Или как это работает? Вот так, кажется, под домом. Ну, так себе под домом. У меня есть свой кусочек суши. Ой, прям бухнулось, так бухнулось. Ну, пускай стоит пока что здесь панель. Почему не под водой? Первую базу я решила над водой строить. Смотрите, я могу сделать биореактор. Я не хочу делать биореактор. Утилизатор ядерных отходов. Отлично. Что мне здесь надо поставить? Вот есть такой еще шкаф. Но он здесь не поставится. Ну, ему здесь некуда ставиться. Или не будем делать эту штучку? Что я хотела еще сделать? Вот так, чтобы здесь. А что делает воздушный... Качает кислород от снабженного энергией жилища по присоединенной трубопроводной сети. А куда качает? Почему не сказано, куда качает? Внутренние детали. Можно всяческие лесенки делать. Окей. Давайте скинем ресурсы. Тем более, что я их нашла много. Так, отсюда заберем. Органические. Скинем сюда. Все неорганические. Да? Что? Нет. Здесь у меня ничего нету. Возьмем какую-то рыбку, приготовим. Не там. Здесь. Вот, приготовим две рыбки. Или даже три я покушаю. И сделаем водичку одну. Ну, есть трубы кислородные, их можно провести на глубину и дышать около них. Все, поняла. Ты хотела глайдер построить. Да, сейчас будем заниматься глайдером. И водичку. Так. Кушать. Наелась? И напилась, прям полностью напилась. Но мне опять надо собирать. Почему здесь постоянно надо еду собирать? Что это такое? Как строить глайдер? Вот, морской глайдер. Значит, нам нужен титан, смазка, медная проволока. Титан,
Я думаю, что это не понадобится. Давайте еще титана возьмем. Насчет смазки у меня есть. А еще для грибов понадобится... Для грибов. Для батарейки понадобится вот этот кислотный гриб вроде бы. Так. Значит... Значит, мне надо медный провод. А можно объяснить принцип действия насоса с помощью своей извращенной фантазии? Не надо, Феня. Не надо. Феня, не надо. И мне нужна батарейка. Мне, видимо, на батарейку что-то не хватает, да? Нужно два гриба и медная руда. Есть медная руда у меня со мной? Нету. Я насобирал. Не сюда, вот сюда. Это что, вся моя медная руда? Не говорите глупостей. А грибы сейчас найдем. Привет, Прайдочка. Доброе утро. Божечки, меня Твич напугал. Говорит, нету тут флешки. Смотри, Алена, но флешки же транслируются. Ничего не знаю, Алена, смотри. Да, Твич умеет. Привет, Андрей Слендер. Привет. Так. Строить батарейку. Батарейку строить. Мне нужна еще одна батарейка, чтобы носить с собой. У меня бумеранг протух. Как это звучит? Морской глайдер увеличивает вашу эффективную... Ну, в общем, быстрее. В целях безопасности, пожалуйста, не забывайте собирать припасы для долгих путешествий. Всегда оставляйтесь в пределах 5 километров от ближайшей спасательной капсулы или жилого модуля. 5 километров. Хорошо. Учту. Давайте раскидаем теперь по сундукам органику и неорганику. Надо с собой таскать еще одну батарейку? Скажите мне, пожалуйста. У меня есть такое ощущение, что надо. Еще я хочу приготовить себе парочку рыбок. И мы сейчас пойдем охотиться. Харвер, здравствуй. Ну что, обкатаем? Обкатаем? Обкатаем штучку? Опять ночь. Ну что за жизнь-то такая? Ты что, плаваешь по платформе? Совсем сумасшедший? Вот мужчина с ума сошел. Да, желательно таскать еще дополнительную батарейку. А почему эта дополнительная батарейка не подпитывает, вот, например, мой строитель? Или... А сканер не надо подпитывать? Давайте себе просканируем. В норме. Заряд. Соточка. У глайдера есть фонарик. Он стрёмный какой-то. Что он делает? А, вот фонарик. А что вот это... А? Ну вы поняли? Радиосигнал? Откуда радиосигнал? А как мне его принять? Я так подозреваю, что с фонариком все это счастье разряжается намного быстрее, да? Что я делаю? Куда я плыву? Я не знаю. Я в темноте, как этот слепой котенок. Мне не нравится. Стя!
Сталкер. Сталкер грызет металлолом. Сталкер бросил зуб. Там два сталкера. Ребята. Удирать. Удирать. Я сперла не свое. Я очень нагло сперла не свое. Мне надо подышать. Сигнал можно принять в капсуле. Пошли в капсулу. Я сперла зуб. Это ж круто, да, нет? И скажите, что это круто. Зуб это круто. Наверное. То чувство, как 2 недели не открывала Steam. А он у меня автоматом запускается. Зубы это очень круто. Спасибо. Спасибо, вы меня прям успокоили. Так, заодно заберу аптечку дополнительную. И радиосигнал. Опять сигнал бедствия. 4 пассажира. А, нет, капсула 6, пассажир на борту. Координаты прилагаются. Мы приземлились в 1 километре от места крушения, но между нами и местом встречи находится радиация. Прошу немедленно помощи. Конец связи. Отлично! Но их нужно 5 штук для циклопа. Не, еще найдем. Еще найдем, ребятки. Только сейчас сделаю себе едички и водички. Ой, еще могу? Это новый сейф? Ну как новый? А я что, ничего не поймала больше? Только этих? Ну хорошо. Пошли. Там что-то большое проплыло. Я вижу этот сигнал. Это мой радиомаяк. А где сигнал тот, что мне надо? В 1 километре отсюда, говорят. Да просто всплыви. Просто всплыви. Так, радиосигнал. Вот здесь должно быть, да? Где? Ну? А почему он здесь не появился? Signal coordinates corrupted. Approximate transmission origin recorded to date to bank. Приблизительно расположение. Ну, пожалуйста, ну, покажите мне приблизительно хотя бы расположение. Это мой. Ой, а я не понимать. А куда мне плыть? Раз так. Кто может сказать, как серебро добыть? Мы вот недалеко от базы нашли красную травку с такими высокими столбами. На столбах было серебро. Вкладка 3. Ну, а нету. Вот на 3-ю мы уже плавали. 3-ю мы уже плавали. Вот поэтому я и не понимать. 5 сталкера. Это прям целые толпы. Чтобы вам хорошо-то было.